Одесса снова стала эпицентром спортивных событий Украины. В этот раз на берегу моря в спорткомплексе «Университет», что на 8-й станции Фонтана, пройдет всеукраинский чемпионат по боксу среди элиты. Турнир стартует 7 сентября. В этот раз на ринг выйдут лучшие боксеры нашей страны, участники Олимпийских игр, чемпионы Одесской области, а также известный одесский спортсмен Цотне Рогава. На нашем чемпионате Украины, который начинается с завтрашнего дня, в 12 часов начинаются предварительные поединки, в 17:00 будет торжественное открытие проведения боев, также само в 12 часов мы начинаем послезавтра, и полуфинальные поединки мы начинаем в 14:00, это 10 сентября и 11 сентября финальные поединки будут начинаться в 16:00. В Одессу уже приехали представители 8 областей Украины. 2 недели назад спортивные делегации начали свою подготовку на сборах перед турниром. Организаторы чемпионата рассказывают, что приехали лучшие из лучших, поэтому соревнования будут высокого уровня. Уровень проведения соревнований очень высокий, а чемпионат Украины, чемпионат элиты – это отбор на сегодняшний день команды, комплектации команды уже на следующие Олимпийские игры. И участие уже в этом году на чемпионате мира, который состоится 26 октября в Сербии. Площадка для проведения чемпионата Украины по боксу среди элиты уже по традиции выбрали спортивный комплекс МГУ «Университет». Организаторы остановили выбор именно на этой площадке, так как за ее плечами множество успешно проведенных соревнований. В частности, турнир имени Романа Песина, который проходил при поддержке почетного гражданина города Одессы Сергея Кивалова. Это современный спортивный комплекс, который подходит для соревнований всеукраинского и международного уровня.